Открытие и презентация выставки детских работ «Смоленщина. Родимый край» прошли 29 сентября в холле школы. В ней приняли участие ребята от 6 до 14 лет. Всего было представлено более 40 работ. Но, к сожалению, на суд зрителя были выставлены далеко не все, так как просто не хватило места. Мы решили заняться творчеством, потому что мы знаем, что детки творческие. Те, которые занимаются музыкой, как правило, одарены еще много чем другим. И решили посмотреть, что из этого выйдет. Как они представляют себе свою родину, этот край. Презентация проходила как небольшой концерт, в котором ученики школы продолжали радовать своим творчеством. Ребята читали стихи, играли на музыкальных инструментах, пели песни. Преподаватели исполнили произведение, написанное десногорской поэтессой Еленой Дождь и выпускницей школы Юлией Мурзовой. Некоторые маленькие художники представили свои работы. Организаторы тему рисунка никак не ограничивали, поэтому полет детской фантазии был настолько разнообразным, что можно было потеряться в созданных ими образах. Здесь присутствовали все уголки Смоленщины – природа, деревни, памятники и исторические сооружения. Каждый хотел показать себя не только как музыкант, но и как художник. Я очень люблю рисовать, и я захотела, чтобы все видели, как умею рисовать. Мне захотелось просто порисовать, и чтобы на выставке было. Я рисовала, потому что это мое любимое место. Там у меня работает папа. Мне там площадка любимая была, когда я еще маленькой была, там год-два. Часто туда ходили гулять. Я хотела, чтобы все моя семья увидела, как я рисую, не только как играю на фортепиано, чтобы мной гордилась моя семья. Чарующие звуки музыки еще долго наполняли стены школы. Ребята с гордостью смотрели на свои рисунки и впитывали любовь к родине. Пусть эта первая выставка станет началом новой, доброй, светлой традиции.